эти ребята рано или поздно будут настигать бразилов. Добрый день. Здравствуйте. У вас черный пояс? Да, я сегодня его купил. Где? У кого? Это секрет большой. Я потратил большие деньги, чтобы это сделать. Поэтому я не буду говорить вам этот секрет. А реклама магазина будет сейчас? Это не совсем магазин. Там же травка продается еще. Ой, я, вы меня не видели. Что и куда ты собираешься всунуть? Я собираюсь засунуть 4 пальца глубоко. Пятый сверху. Мне этого достаточно. Кейс, hello guys. My name is Rafael, black belt Brazilian. Hello BJJ freaks. Nasci num país onde o samba é rei no Rio de Janeiro. Mas do Iapoque até o Chuí, samba é brasileiro. Eu danço forró, danço carimbó, danço até rancheira. Mas gosto do samba porque eu sou brasileira. Eu sou brasileira. Eu sou brasileira. Eu sou brasileira. Canto, danço, samba. Sou brasileira. Brasileira. Ну, они все отличаются. Один белый, один черненький, один рыженький. А рыженький, он вообще невротик. Он невротик, куда? Ялутик. Невротик. А во что? Да никуда. Да ни в чего. Сейчас больно было. Больно? Да. Так это болевой или удушающий? Это сейчас вот было больно. Да, это удушающий. Как тебе, Юр? Хорошо. А Сереге? Вообще супер. Два в одном. А кому больше из вас хорошо? В этот момент вы должны себя представлять тепловозом. Тут важнее сделать больно или задушить? Главное, чтобы он сдался. А, в принципе. Ты думаешь, я покажу, я шумный, я специально с камерой пришел. Я покажу тебе разницу двух движений. Ну, я иду. Ваш вариант захвата. Я держусь за что-то, как в метро, как в автобусе. Так что, если вы не хотите мыть посуду дома, практикуйте джиу-джитсу. Falar em mim, agora me lembrei que eu sou brasileira, que eu sou brasileira, que eu sou brasileira, canto, danço, samba da minha maneira. Que eu sou brasileira, eu sou brasileira. Thank you. Eu sou brasileira. Это уже задолбали. В душ не сходишь, сразу гомиком обзывают. Это ужасно. Лучше уж думаешь, не ходить в душ. А тогда вонючкой обзовут. Ты вот думаешь, либо вонючка, либо гомик. Либо вонючка, либо гомик. Okay. I can do this. Господи, это была антиреклама.